приветствует в отеле Sea View. Майя, это Хан. Мы все застряли в отеле по пути. О, Майя, я полагаю. О, не волнуйся. Мы, друзья, записали тебя в номер 101. Все оплачено, так что тебе не о чем беспокоиться. Ваша группа людей очень хороша. Приятно видеть для разнообразия столько свежих, молодых лиц в нашем отеле. Я изображаю комедийного персонажа, которого зовут Хьюго Панч. Покажи им, кто в доме хозяин. Я тебе покажу, как это сделать. Вот так. А теперь спи. Тебе нужно узнать, что он сделал, и рассказать всем. Заставь его осознать, что он сделал. Это Джимми Холл, владелец отеля. И опасный психопат. Майя сбежала. Джимми знает, что должен остановить ее. Его жертвы никогда не сбегали. Они все еще находятся в отеле. Используйте переговорное устройство, чтобы поговорить с ними. Там нужно начинать с первого этажа, все это искать, что нам писали. Это что, кто-то идет? Опа. Тот сидит. То есть, когда ты заселялась, тебя, в принципе, это не удивило, да, что у тебя в ящичке лежит шприц и колотушка. Это что, кто-то сейчас шел? Я не понял. Ага. И он пошел налево. Куда нам и надо? Джимми, отдай, это мое. Хватит красть мои вещи. Утречка, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры. И мы продолжаем от Dead of Night. Остановились на том, что Джимми украл у девочки игрушку, потом ее сжег. И мы должны узнать, что же дальше случилось с этой девочкой. Что ж, начнем. Но прежде чем мы продолжим, скажи, как тебе заставочка. Если понравилось, ставь лайк. Ты зачем разговариваешь? Он где-то рядом. Он... Так, мы не проверили 111-ю. Где он ходит? Так, где 111-я? Направо. Так, я его не вижу. Так, тут тоже его нет. Это какая? Так, вроде правильно идем. Hey! Зачем? Ты зачем его позвала? Иди нахер. Отстань. Ой, тут темно. Позвали его. Ты дурная. Он... Прячься, прячься, прячься. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Не подходи. Уйди. Он прям за нами шел. Ага, он ушел. Вот это поворот. Он прямо так в ухо крикнул сзади: «Майя!» Так, мы забежали в 113-ю. А нам нужно 111-ю проверить. Он где-то ходит, но подальше. Блин, тут 113. Вот он опять прибежал.
Он опять прибежал. Уходим, уходим, уходим. Он нас увидел или нет? Он сюда пришел. Да чтоб тебя, уйди. В шкаф, прячемся, прячемся в шкаф. Какого хрена? Ты мне даже пройти не даешь, это ненормально. Не смотри сюда. Думаешь, в щелку смотрю? Не. Он точно ушел? Да, он кричит где-то в коридоре. Блин, нам нужно проверить 111-ю. Но где 111-я находится? Плохо, когда нет карты. Там 106-я. А, 111-я там должна быть. Ага, 107. Ага, вот здесь 111 должно быть. Все, проверили, там точно кто-то сидит. Хорошо. А куда нам показывает компас? А компас нам сюда показывает? Давай зайдем. Видимо, мы еще и правильно пришли. Ой-ой-ой. Вот зачем ты это сделала? Все хорошо. Так. А, все, мы с ним можем теперь разговаривать, раз мы ее тут увидели. А, так. Is it Amy? А, все, даже не нужно что-то еще доспрашивать. Хорошо. Я видела тебя с горящей игрушкой в руках. Что случилось? Моя рука обгорела, было очень больно. Я никому не могла ничего сказать. Первый этаж и меч. И какой-то человек на втором этаже. Так, я предлагаю пока закончить все с девочкой. Чтобы мы не запутались в этих призраках, потому что их тут будет не один. Она нам показала меч. Поэтому нужно... А, тут нельзя спрашивать у нее больше. Все, она убежала. Ага. И ходите искать по первому этажу опять, да? Я никого не слышу, значит можем выходить. Так, показывает... Сюда. Ага, где-то плачет. Походу здесь. Здесь ты плачешь? Джимми, не мешай. Я тут с людьми разговариваю. Блин, тут никого нет. Как у меня тут кружится? Ага, не вижу никого. Где-то она плачет, наверное, вон туда нам идти. Ага, очень громко стало. Спрятались. Он где-то шел близко. И идет дальше. Так, я его не вижу, но девочку слышу. Ой-ой-ой. Так, все, выходим, его нету. Ой, хоть бы меня в дверях не встретил. Так, сюда.
Ага. Так, нету никого. Что такое? Сюда, в 102-й. Надеюсь, мы угадали. Тут кто-то есть? Блин, тут нет никого. Куда нам идти? Так, я его не вижу. Можно выходить... О, не слышу. Можно выходить смело, получается. Вот сюда, что ли? Да блин. Выходи. Так где ж тебе искать? Вот сюда, что ли? Давай сюда. Скажи, что ты здесь. Так, я еще помню, что нам говорили на мерцающий свет идти. Он где-то далеко ходит. Так. Опа, опа, где-то было, где-то было. А где? Там что-то есть? А давай туда. Вот тут, походу. Да нет, не здесь. Сколько я так буду кружиться? Где-то она плачет. Где-то свет моргал. Я слышал, где-то моргал свет. То есть нам нужно на него. На этот свет. Ой, выходи. А, вон там свет моргает. Так, я слышал, что кто-то шел. Я слышал скрип половицы. Музыка не зря нагнеталась. Ладно, ждем. Сейчас он будет нас искать. Он зашел? Он просто заглянул или он тут сидит? А, ушел, ушел. Кричит из коридора, хорошо. Угу. Так, я вышел. А, может прям так с тобой разговаривать? Блин, ну ты же где-то здесь. Ой, господи, напугала меня. Я говорю тебе, Джимми, ты ужасен. Я даже прочитать не успел. Я думал, это он из комнаты. Я думал, это он из комнаты вышел. Вот ты меня напугала. Твою мать. Ой, девочка. Зачем так делать? Так. Is it Amy? Yeah, I'm Amy. Давай узнаем, что это было. Я видел тебя снаружи комнаты. Вы были чем-то напуганы. Что вас напугало? Я пыталась найти врача, но Джимми пригрозил мне и заставил остаться. Угу. Так, а что у нас есть из предметов? Что, она нам обо всем говорила, мы у нее все спрашивали. Ткань с кровью, наверное. Когда вы сказали, что вам нужен доктор, но Джимми угрозами заставил тебя не ходить к нему, имеет ли это связь с окровавленной тканью? Я не знаю. Так, ладно. Не, давай смотреть все, потому что так будет неудобно. Еще раз выбираем вот это. Может быть, алкоголь? Виски-боттлс.
Ага, нет. Что же может быть? Колотушка? Да вряд ли. А, меч, нам же показывали меч, что ж я сразу не подумал. Точно. Когда вы сказали, что вам нужен доктор, но Джимми угрозами заставил тебя не ходить к нему. Это как-то связано с тем, что вы сказали о мече. Да, снял его со стены, он выглядел очень острым. Он заставил меня пообещать никому не рассказывать и сказал, что может сделать так, что моя рука перестанет болеть. Хороший врач. Знает, что делать. Ага, вот теперь нам нужны бутылки виски. На первом этаже нам нужна девочка и предложить бутылки виски. Ну не ей, а поговорить с ней об этом. А то сейчас подумаешь чего-нибудь того. Так. Но тут как-то очень сложно ориентироваться по компасу. Так, он там. Он там. Я просто не вижу смысла прям на него идти. Он нас сразу может схватить, если мы прям на голос пойдем. То есть мы упремся на в какой-нибудь углу прям на него. А это не есть хорошо. Вот он ходит, я слышу. Но очень слабо. Как будто и не ходит. Блин, ну все, рискую, выхожу, все, рискую. Не глядя. Фух, никого нет, ладно. Ой. Блин, где-то ходит, не могу, мне стрёмно. Я что-то слышу и не понимаю, что я слышу. То ли... Ага, он был очень близко. Нам идти нужно в ту сторону, налево. Ты мне дашь пройти? Но я думаю, что к зеркалу будем прибегать в самых крайних случаях, когда ну вообще непонятно, что делать. Вот с девочкой... С девочкой я бы использовал уже это зеркало, но видишь, получилось, что она вышла прямо перед нами. Ладно, выходим. Выходим и будем... Ой, да пошел ты в жопу, идем прямо на тебя. Так. Иду вроде... По компасу. Тут темно. Так, показывает вроде бы сюда. Давай зайдем сюда. А зачем вы так перебегали с ним из комнаты в комнату? Ух ты ж, нифига себе. Это был громкий звук. Ага, нахлебалась девочка вискаря. Давай с тобой поговорим об этом. А, ладно. Amy? Ну а кто же еще? Ты же ее видела. Я видела, как ты пила что-то. Похоже, вкус вам не нравился. Что это было? Мальчик сказал мне, что это лекарство. Оно было ужасно на вкус. Ну, в целом это можно поверить. Так, ага, ну тут мы быстро сообразим. Когда вы сказали, что лекарство было ужасно на вкус, это как-то связано с этой коллекционной бутылкой виски. Прям коллекционной. Может быть, он сказал мне продолжать пить. Это было ужасно. Потом я начала чувствовать себя странно. Ага. Опа, лестница. Лестница, и я знаю, где эта лестница находится. Теперь нам как-то нужно выйти к лифту. Он же сохраняет везде, да? Так, я его не слышу. Нам нужно выйти. И бежать на выход. В какой он стороне? Наверное, там. Нет. Так, там я его не вижу. Так, пока все нормально. Ух, рискуем, бежим. Вот он.
уйди, я вызываю лифт, не подходи ко мне, не подходи ко мне, не подходи ко мне, я вниз, я поехал. О, боже мой, я думал, в какой-то момент все-таки к нам подойдет. Выходи. Отсюда же можно попасть на ту лестницу? О, отлично. Так, идти наверх, идти вниз. Давай попробуем идти наверх. Ага, он один пролет проходит сам по себе. Ага, и вот сюда. Что это за звуки? О, нет, ты зачем? Не заходи туда. Развернись. Ты что, дурной? Дурная. Майя. А, ну они все закрыты, по сути, да? То есть нам нужны ключи, чтобы их открывать. Хорошо. Ой. Так. Вид был в этом видении сверху. Но тут на нее нельзя посмотреть. Точнее, ничего не происходит. Нам что, с третьего этажа нужно смотреть на нее? Блин, да страшно ехать на третий этаж, когда на первом такая дичь происходит. Что, я кого-то слышу. Это первый этаж? Блин, я боюсь выходить сюда на первом этаже. С лифта как-то безопаснее выходить. Его хотя бы там точно нет. Пойдем вниз, ну его в жопу. Выйдем по старинке. Так, не сюда. Вот, выходи. Так, ну давай попробуем поехать на третий этаж. Он же бегает по первому у нас этажу, то есть на третьем его не должно быть. Нас, по сути, может это спасти. А сюда нельзя нажать? Нельзя. Ладно, поехали. Надеюсь, моя догадка права, что мы должны... Я так понял, что мы тут должны найти именно какой-то ракурс, специальный ракурс. Как тут? Стрёмно. Особенно, когда плачет девочка. Ага, что-то мерцает. Вот она. Угу. Так, все, пошли вниз. Нам нужна именно там с ней разговаривать. Потому что, видишь, если бы мы с ней поговорили вот когда она вышла из комнаты, если бы мы стали в коридоре, где мы ее видели, она бы нам не ответила, потому что она типа в комнате все равно находилась. И тут то же самое. Она сидит сейчас на третьем этаже на лестнице. Но через первый этаж я ходить не буду. Нечего там делать. Он просто не понимает, ты выходишь и не понимаешь, он есть или его нет. Как-то еще ты можешь прислушаться к тому, что ты из номера слышишь, что он где-то ходит, а тут вообще ж не слышно ничего. Выйдешь, а он такой: здрасте. Меня такой вариант не устраивает. Is it Amy? Все отлично, хорошо. Я видела тебя наверху лестницы, на перилах. Что ты делала? Я чувствовала себя очень легкой. Я думала, что смогу полететь. А, это вот так действует алкоголь. Сразу себя легким чувствуешь. И оказалась она внизу. Что, нам теперь в самый низ идти? Давай пойдем в самый низ. Узнаем, что с ней случилось. Так, я так полагаю, что... Это здесь? Или еще не... Ага, мерцает внизу, значит еще ниже. Ой, а что это? Ага, а вот и девочка. Прикольно.
Но сейчас пока так меня сильно не напугало, как тогда, как она стояла. Это что за место? А закрыто. Ну, может, это что-то с подвалом? Как-то можно пройти из подвала? Ладно, давай с ней поговорим. Ага. Это Эйми? Yeah. Да. Я Эйми. Хорошо. Я видел, как ты лежишь внизу лестницы. Что с тобой случилось? Я прыгнула, но потом все потемнело, и я не могла проснуться. Я больше не могу проснуться. Я не знаю, где я. Так, и что? А, все, типа, она ушла, да, как будто? То есть, мы с ней сделали все, что нам нужно. А, вот, вы завершили историю Эмми. Ага. Хорошо. Ну, такой себе, конечно, талант у Майи. Ходишь, мертвых людей видишь. Так, ладно, пойдем. На второй этаж, получается, нам нужно. Я даже не буду смотреть в зеркало, я помню, что какой-то мужчина должен быть на втором этаже. А самое важное, что он был виден через глазок. Я думаю, что это играет роль. И мне кажется, что тут идет сложность по этажам. То есть первый полегче, второй потруднее, третий вообще жопа. Это второй? В натуре второй, а похож на первый. Это что такое? Это уже Джимми идет за нами? Опа. А, хорошо, удобно. Джимми! Джимми. Я доктор Боус. Я пришел, чтобы немного поболтать, хорошо? Спасибо, Джимми. Я ненадолго. Так, а нам с тобой... Значит, я ошибся. Но он зашел в эту комнату. А это самая первая. Записываем. 217. Так, и Джимми тут уже бегает. Ладно. Вы нашли леску со скалкой. Угу. Так, мы с тобой можем тут поговорить? Hello? Здравствуйте. Hello? Здравствуйте. Отлично. What's your name? Как вас зовут? Доктор Боус. Я клинический психиатр. Я видела, как мужчина стучал в дверь и говорил Джимми, что пришел помочь. Кто это был? Это был я. Мне позвонила Роуз, мать Джимми. Она хотела, чтобы я поговорил с Джимми, узнал, что его беспокоит. Но Харви беспокоила разум Джимми, то, что он мог еще придумать. Угу. То есть мы тебя опять можем поспрашивать про все. Почему к скалке была привязана леска? Я связал их вместе. Это был эксперимент. Интересно, у тебя эксперименты, мужик. Так, а ты знаешь что-то про девочку? Если мы вот так с самого начала будем спрашивать. Вот так, например. Я видела в подвале плачущую девочку. Кем она была? Это была дочь гостя отеля. Джимми плохо вел себя с ней. То есть ты в курсах всех этих вещей. Я видела, как маленькая девочка кричала Джимми, чтобы он вернул ей игрушку. Почему он отобрал у нее игрушку? Понятия не имею. Это просто то, что Джимми обычно делал. А, то есть теперь ты нам можешь отвечать на все такие вопросы, которые, как девочка говорила, я не знаю. А ты нам, в принципе, можешь все это говорить. Я видела, как маленькая девочка Эмми держала горящую игрушку. Что случилось? Ее рука была обожжена, очень сильно обожжена, но Джимми думал, что все это шутка. Я видела Эмми снаружи комнаты. Она была чем-то напугана. Что ее напугало? Я не знаю. Я видела, как Эмми что-то пила. И, похоже, вкус ей не нравился. Что это было? Ну ты же, в принципе, знаешь, говори прямо. Меня тогда там не было, но думаю, она выпила алкоголь. Догадливый.
Я видела девочку наверху лестницы, на перилах. Что она делала? Джимми заставил девочку выпить слишком много. Я видела Эми, лежащую внизу лестницы. Что с ней случилось? Она упала с лестницы с верхнего этажа. Она была слишком пьяна, чтобы понимать, что делает. Это и стало причиной, по которой Роуз связалась со мной. А где родители? Если это дочь и гости отеля, то где сам гость? Так, хорошо, скалку мы посмотрели. Виски. Я видела коллекцию бутылок виски в одной из комнат. Наверное, из бара. Точно. Кому принадлежал детский кошелек? Я не знаю. Кому принадлежала эта шляпа шеф-повара? Джимми нашел ее и надел. Понятно. Кто нарисовал эти ужасные рисунки? Вот ты должен знать, ты же психиатр. Джимми. Он их рисовал. Ну, я же сказал, что ты знаешь. Откуда взялась эта деревянная колотушка? Не знаю, но Джимми нашел ее. Где такие колотушки лежат? Зачем тут эта бутылка с диазепамом? Это тоже, походу, твое, доктор. У некоторых людей он может помочь в лечении импульсивного поведения. То есть как у Джимми. Почему в одной из ящиков лежит окровавленная ткань? Она была моей. Я сохранил ее на случай, если она понадобится мне в качестве доказательства. А девочка говорила ее. Ну, наверное, ее. Вот так. Я видела какие-то чемоданы в сундуке. Кому они принадлежат? Я не знаю. Кому принадлежит меч? Я видел, как Джимми играл с ним. Я думал, что это небезопасно. Я видела бутылку рожика и зажигалку. Для чего они нужны? Лучше спросите Джимми. Да, сейчас вот пойду и спрошу такой в коридоре встречу. А Джимми, а для чего тебе зажигалка и рожик? Он такой мне, вот хочу позажигать. Огоньки, такой, а, все, спасибо, я пошла, мне пора дальше ходить по номерам. Так что ли? Я нашла трофеи, кому они принадлежат? Я не знаю. Так, все. А, мы теперь с тобой должны поговорить. Мне позвонила Роуз, она хотела, чтобы я разобрался в том, что беспокоит Джимми, но Харви больше беспокоило то, что Джимми мог еще придумать. Может быть, его рисунки? Предложить посмотреть. Когда вы сказали, что Харви беспокоился о разуме Джимми, связано ли это с этими ужасными рисунками? Да. Они предположили, что это бурная личность, но меня это особо не беспокоило, пока я не начал понимать, как далеко зашло его воображение. Так, смотрим дальше. Что это? Что это было сейчас? Первый этаж. Коридор. А вначале что это было? Ладно. Пойдем на первый этаж. Хотя я предлагаю пройти весь второй раз, уже на то пошло. Давай пройдем с тобой весь второй этаж. Чтоб у нас уже все вещи были на руках. Будем как раз все знать. Ключ от номер 218. Это как раз где мы. Так, тут у нас что? Вот второй этаж лестницы. Отлично. Так, получается, что нам попадаются ключи именно там, где мы и были. И где-то он тут шляется. Я его слышу. Вот пес, а. Ой, бля. Ой, а зачем ты выходишь? Тут что-то очень темно, кстати. А давай попробуем его запереть. Давай попробуем его закрыть здесь. Так, мне нужен ключ от 218.
Так, давай. Прям вот так, в открытую. Открываем, а он уже тут. I'm here. Ага, мы тут. Ой, какой злой. Давай, заходи. Ну что такое? Давай, заходи. Да не стесняйся, сколько тебя звать, слушай. Бедным розок не хватило. Down here. Давай, иди сюда. Майя. Что, иди. Ну, иди сюда, куда ты мимо-то прошел? Ты что, глупый, что ли? Сюда иди. This way. Просто мне так будет спокойнее, если у нас получится его закрыть. Я буду спокойнее ходить по этажу. Ну. Да что ж ты такой тугодум, а? Да иди сюда. Джимми? Вот он прям здесь сейчас. Вот я прям слышал, что он вот-вот подошел. Да что? Иди сюда. Вот. Да не смотри. Я, кстати, не могу выйти из этой сцены. Пока он не уйдет. Ты зайдешь или что? Hey! То прям как... Быстро бежал за мной. Падла, какой, а? Что ж такое? Ладно, последний раз давай зовем его. И... пойдем сами. А, то есть, я тебя зову, ты такой мимо номера ходишь, вообще не соображаешь, что происходит, да? Так, вот он пошел туда. По логике, нам в другую сторону. Слушаем, чтобы он ушел. Наверное, ушел. Выходим. Пойдем туда. 221. Ага, он где-то далеко ходит. От этого номера ключ, отлично. Тут пусто, да? Пусто. Не слышу, выходим. Так, дальше. Ага, тупичок, отлично. 23-е. Что у нас здесь есть? Зеркало у нас есть. Тут пусто. Ой, не туда. Ключ. А что, тут вообще нифига нету. Нашли только эту скалку с леской. Так. Давай сюда. И пока ни одной темной комнаты нету. Так, тут что? О, альбом с вырезками из газет. Компас. Ага. Больше ничего. Я его не слышу, поэтому побежали дальше. Где-то был скрип, но далеко. Блин, я не вижу ничего вообще. Ладно, забегай, 219-е. Можно, конечно, смотреть в скважину замочную, но если он идет за нами... Старый обогреватель с надписью «Опасно». Ну, да. Если он идет прямо за нами, и мы смотрим в эту скважину, то больше вероятности, что он нас поймает. Я ведь прав? Я не слышу и не вижу. Значит, можно выходить. Ага, еще один тупик.
Хорошо. И пока идем. Слушай, нормально. И тут тоже пусто. Еще один ключ. И тут пусто. А в чем прикол? Тут на втором этаже будет мало вещей, так? Это не похоже на номер. И это не похоже на номер. Тут закрыто. Зачем? Я случайно. Кладовка. А я ж... А тут даже посмотреть ничего нельзя, тут темно. А если он в кладовку зайдет, куда ж мне прятаться? Я только выйти могу. А выйду прямо в него. Для чего нужны эти кладовки, я вообще не понимаю в этой игре. Так, ну вроде тихо. Так, я его тут не вижу. А у нас есть ключ какой-то от кладовки? Так, второй этаж. Ага, вот, ключ от кладовки. Не подходит. Ну, мы пытались. Так, по идее, при каждом вот кадре, который мы будем останавливаться, мы будем видеть Джимми. Пока не видно его. Значит, пока здесь безопасно. Ага. Отлично. Все, значит, можно идти вперед. Он тут не появляется, значит, тут быть не должно. Слишком темно впереди. А. Ладно. Я что-то слышу, кто-то идет. Быстрее вызывай лифт. А, все, на первый этаж пошли. Ой, иди нахер! Сучара напугал. Из темноты пришел, ты прикинь. Он пришел из темноты. Так, тогда теперь ориентируемся по первому этажу. Куда ты мне показываешь? Сюда? Тут темно. А, может быть, сюда? Это что, кладовка? Попробуйте открыть. А, ну тут хотя бы свет есть. А толку, я не могу даже вперед пойти. Мы просто посмотрели кладовку. Так, а куда же нам? Сюда? Тут темно. Вряд ли нас в темную комнату зовут. Давай попробуем сюда. Там вначале просто видение показали какое-то место, но я не понял, что это за место. А тут его нет. Так, ладно, давай посмотрим в зеркало. Хотя мне кажется, что мы близко. Ладно, не будем тратить время на зеркало. Так, налево, направо. Направо. А теперь компас еще другую сторону показывает. Так, пойдем в номер. Давай посмотрим в зеркало, короче. Потому что что-то компас дичью занимает какой-то. Ага, но он далеко. Ну, это врач, похоже. Что это?
Отличная подсказка, когда ничего не понятно. Так, ладно, выходим. Ой, поехали, поехали отсюда, поехали, я слышал. Он где-то, вот он. Прям шел. Вниз, вниз. Вон он, я слышал его. Что он сзади идет. А, зараза. Ну, от такого мурашки пробегают, конечно. Это максимально неприятная вещь. Ну, поехали на первый этаж. Нам на первый этаж надо, что делать? А если сделаю вот так? Хитрым способом пойдем. Если я вот так тебе сейчас сделаю. А, тут надо выйти. Если я сейчас сделаю вот так. Down here. Кричи. This way. Jimmy. Ага, все, я такой, что, на втором этаже? Пойду посмотрю, а мы пока на первом походим. Не факт, что это работает. Но то, что он ходит по второму этажу, это точно. Так, и пока нам везет, он нас не поймал. Так, комп... Опа, вот. Радио. Сюда. Ух ты ж, ёб твою мать. Ах, кошмар какой. Блин, ну как-то... резко падло. Так. Давай с тобой поговорим. Is it Dr. Bowes? Это доктор Боуз? Yes, да, я доктор Боуз. Ага. Я видела, как вы держали мертвое животное на проволоке. Что произошло? Джимми убивал мелких птиц, животных. Я понял, что ему нужно поработать над своими навыками сочувствия. Поэтому я попросил его придумать что-нибудь хорошее, что он может сделать для меня. Я был удивлен, ему сразу пришла в голову идея. А, то есть вот это вот животное на леске? Я видел альбом для вырезок. Кто сделал его? Джимми сделал его. Это было предупреждением, я должен был это предвидеть. Что за старый обогреватель с пометкой «Опасно»? Я не знаю. А, подожди. Животное. И, наверное, вот эта вот скалка его. Это вот оно. Когда вы сказали, что Джимми пришла в голову идея сделать для вас что-нибудь приятное, это как-то связано со скалкой, к которой привязана леска? I don't know. Джимми пришла сразу в голову идея. Идея с дядей Памом? Когда вы сказали, что Джимми пришла в голову идея сделать для вас что-нибудь приятное, это как-то связано с вашими словами про бутылку с дядей Памом? Да что ж такое? Так. Что тебе нужно, дед? Ну, дядька, мужик. Сделать что-нибудь приятное. Бутылка виски. Меч, чемодан. Это он не знает. Меч. Может, ткань твоя. Нет. Так, и что? Куда ты ушел? Я ж с тобой не договорил. Is anyone there?
Is anyone there? Прикол, а куда он ушел? Так, скажите мне, куда делся доктор? Хлебушек. А, то есть нам ничего не нужно было подбирать? То есть нам нужно идти на кухню? Интересно, а он тут ходит прям? Очень близко ходит. И не посмотришь на него. Так, не дыши так громко, да я послушаю. Так, все, выходим, никого нет. Я надеюсь. Все, пошли через лестницу. Я знаю, что кухня у нас внизу. Ух. Тогда пока мы на этом с тобой прервемся. Потом пойдем на кухню и узнаем, зачем там лежал хлебушек. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий. Спасибо за компанию. Всего хорошего.